Рано утром в 41-м началась война. Чтобы выбить супостата, встала вся страна. Кто-то бил с ним в окопах, кто-то хлеб просил. И в далеком 45-м все же победил. И вот спустя десятки лет у деда я спросил: «Скажи, отец, откуда вас нашлось так много сил? Ведь Ирак был техникой силен, числом превосходил, но был разбит, он в пух и прах, и голову сложил». Старик немного помолчал, слезинку обронил, сказал: «Вся сила в том, сынок, что родину любил».